А кто приехал в гости? Привет! Кто тут на диване смотрит телевизор? Мама, мы тут живые есть. Мама это приезжает, это очень редко, говорит, включите мне видео про вас. Да просто ходи общайся. Нет, у них вообще рай, это чисто рай. Это вообще чудо, чудо просто, бабушка сейчас встанет. Да ложись, спи дальше. Всем привет. Это надо видеть, это не то, что там вот видео, это вот здесь побывать надо, это просто рай с маленькими вот этими вот маёхами. Везде под ногами дети. Кира, а ну собери все это, и ты знаешь, где это играем мы. Ну, у тебя раз и под диван все. Давай, красота, собирай. Красота, тепло, воздух такой насыщенный благодатью, мир такой здесь. Любовью. Люди, рожайте детей сколько можете. Это ж такая радость. То мама говорит, не вздумайте вообще. А потом говорит, рожайте. Не вздумайте, рожайте. Хватит тебе, хватит. Нам хватит, да? Хватит вообще. Хорошо. Мне уже два раза Святая Троица. Уговорила. Нужно родить три ребенка обязательно. Да. А у вас уже шесть. Это два раза Святая Троица. Мама, Бог Троицу любит. Три раза по три. У нас тут, да, трошечки. Да. А ты кушать будешь? Ты кушать будешь? Да я хочу есть, да. Ты хочешь есть? Мама, ты что дома не ешь? Ты что, к нам есть приезжаешь? Да, пускай. Мама решила отомстить. То я приезжаю к ней, все ем. Говорит, то я к вам приеду, как наемся. Что? Это что? Это посылку. Мама смотрит посылку от Натальи из Англии. Мама, присаживайся. Вот тебе накрыли стол. Я вообще, конечно, ну, как говорится... Ира тебя вот это, завтраком покормит. Свечки зажгла. Да. Уже на завтрак у нас тут и сладости, и вкусности, и мяско, и да, и всякие салаты. Красота. И у тебя Марк в придачу, чтобы не скучно было. Маркушка, стул подвинь, да. Пожалуйста. Ты не в общем, можешь. Всякие деликатесы. Какие вы молодцы. Слава Богу, что Господь дает все это. Да, мама, присаживайся. Да. И не спеша, да. Наедайся. Еще с собой дадим. Понятно. Это не надо, бабушка сейчас как тут песни начнет петь. Вишневку хочешь попробовать? Чуть-чуть, 50 грамм. Ну, давай, хорошо, чуть налью. Мама увидела свои стаканы. Это те, которые из германского шкафа? Я немецкого. Я все отдавала, чтобы было лучше, все. Мама все отдала. Все, и вообще все. Ну, попробуй, это вишневка. Настоечка вишневка. А тост с Новым годом! Подожди. Жду. Вкус свежей вишни. Ну, она на вишне настояна. Маркуш, дай бабушке Вале желание. Валера, вкус свежей вишни. Ну да, это на вишне настояна. Как ты все так можешь? Могу, мама. Марк, а ну распечатай бабушке. Распечатай, да, вот это твое желание, и ты прочитаешь пока. Это напутствие на следующий год. Это печенье такие же с этими, с напутствиями. А кто это так делает? Да, ты прочитай, ты мне, разломай. А я? Нет. Все бабушки разломают, ставьте вы кого. Ладно, потом. Хорошо, давай, мам. Так, во здравие. Угу. Скажи нам, напутствие. Ну что, самое главное, это здоровье. Берегите здоровье. Не потому, что вы будете там его лечить, а чтобы вы берегли то здоровье. Это Господь дал здоровье такое. Берегите его. Бережем. Берегите. Колбасу не надо покупать. Мама, ближе к этому, к глобальным проблемам. Война, чтоб закончилась. Чтоб война закончилась, да. Надо молиться об этом, конечно, Архистратигу Михаилу. Молодец. Да. И что? И благополучие необходимое. А то красивый какой вышел. Самый старший. Так, не отвлекайся от тоста. Тут много красивых. Да. Хорошо. Ну, это самое главное. Остальное все приложится. Хорошо, дай Бог. Чтобы вам дал Господь ума, разума, Богородица Сергий Радонежский. Для заработки денег, для заработка денег необходимых для вас. Хорошо. Лишнего не надо, а то, что необходимое. Нам, да, лишнего не надо. Нам надо просто много, а лишнего не надо. Вам просто надо. У нас, да, 8 человек семья. Накормить всех, одеть, обуть, выучить. Господи, помоги, Богородице. Ну, будьмо. Да, спасибо, Господи. Давай, пригуби. Мир вашему дому. Ура!
С миром принимаем. С миром провожаем, принимаем. Давай, мы тебя только приняли. Ать. Все, закусывай. Очень вкусно. Мама закусывает. Ты нас твоих поздравлял. Я поздравлял своих всем. Все, что было. Ладно. Но крепость какая сегодня? 18 градусов 30, я не знаю, может 30? Чуть меньше, да, где-то так. Это очень много. То есть, значит, ты не увлекайся, а то сейчас что это... Что вам положить, говорите? Да. В общем, мама что-то будет кушать, потом еще пообщаемся, чтобы ее не смущать. Ну, прочитать. Мама спрашивает, это сама накрутила? Вера говорит, да. Это я говорю, да. Ой, как мало. Марк, иди прочитай. Ты не увидишь, не увидишь. Это на украинском еще. Это Ира писала мелко. Да, Ира писала мелко. Давай. Тебе накрывает хвилею успеху. Мама, у тебя будет успех. Хвиля, это волна успеха тебя коснется. Ой, я сейчас ехала и всю дорогу молилась о маршрутке. Да. Благодарила Бога. Когда вышла на дорогу, довольна была, наверное, встречать. Какое встречать? Я иду с молитвой, благодарю Бога. И просто крылья какие-то, вот крылья. Иду... И мне еще встретила во дворе моя, я ее не узнала. Кого ты не узнала во дворе твоя? Кошку не узнала. Да, ты ее узнала? Нет. Она тебя узнала? Да, и я не успела. Говорит, бабка, ты что с пустыми руками, да? Я всегда привозила, так давно не была. Ходи. Да она тогда квадратная была, когда ты часто приезжала. А почему? Ходить не могла. Она сейчас спортивная. Да, она хорошая. Все, красивая. Да. Ешь, давай остынет. Давай. Господи, благослови. Попытка номер два. Заставить маму кушать. Кушай, мама. Николь. Бабушка сегодня зашла. Николь такая: о, это кто? И кричать. Что такое? Почему меня не предупредили заранее? О. Эй. Эй. А ну, привыкай давай, бабушке. Осторожно, да. У Даши на руках. Дайте бабушке поесть, не вешайтесь на нее, еще наобщаетесь. Маша пришла. Все, кушать, давайте. Кто там кушать? Так, кто тут у нас еще? Марк, ты покушал? Да. Молодец, все. Ну и теперь я могу покушать. Бабушка сказки рассказывает, да, за столом? Кашку манную масляную едят. Ножка красная. Кашка сладкая. И Машунечка, успи, сладкий сон тебе приснись. Ты собачка, не лай, мою Машу не пугай. Бабушка пошла, выпила чуть-чуть винца. Как у котика кота была мачеха юта. Она била кота, приговаривала: баю, баюшки, баю, колотушек надаю, тебе спать велю. Вспомнила 15 лет назад, да. Маша и Даша. Колыбельные. Юбку не захватили свою, вот эту, юбку качалку. Помните, как вы качали в юбке? Она у меня целая, эта юбочка. Юбка гамон. Хорошо, мама, кушай. Так, кто там у бабушки? А кто у бабушки? Смотрит. Да что ж такое? Поколение. Заберите. Заберите. Все, бабушка поиграла с трошечки. Ой, какой костюм, какой противный. Я спотела от костюма. От костюма у меня Это консерватор, да? У меня консерва. Хлопок. Понятно. Что вы, дети, носитесь? Ай-яй-яй-яй. Все, Валер. Эмоции бабушки Валины. На Валеру. Я откуда-то кофе маме приносил. На кофе и мама, на костюм. Мама, трогай меня. Ты сидишь? Мама, хорошо, что ты сидишь. Я говорю, присядьте. Валер, майку заправь. Да ладно, не знаю. Ой, ужас. Хочешь такой себе? Нет! Подарить вам? Ужас. Купите такой. Нет, это ужас. Будет фэмили лук, мама с сыном. Это убийство, а не костюм, сын. Что? Качество ужасное. Это не качество ужасное, это просто материал такой.
новая, специфическая. Она не понимает. Так она в таком ходит. Я сначала себе купила такой костюм, поняла, что мне очень комфортно. Я бы умерла. Не, нормально, но ну, когда холодно, нормально. Это на холодно. Мама, вот тебе, смотри, какой шикарный костюм. Я купила такие костюмы у каждого самолета. Вот два. Как красивый, Валера, скажите? Очень. Хорошо ему? Лучше, чем в шарварах? Модный? Ой, я не могу это носить. Ладно, ты не можешь, мы тебя не заставляем. Если можешь, то сына. Мама, да, купей кофе. О, какой кофе. Слышь, мы уехали. Я общаторы, как эти последние, которые... Что ты нас последними чем-то назвала? Батарейки. Батарейки, аккумуляторы и вот эти, которые на улице. На улице? Солнечные элементы? Нет, которые у вас бум-бум-бум. Губернаторы? Губернаторы, говорю. Генераторы. Генераторы вы мои. Батарейки, аккумуляторы. Мама, тебе в кофе это накапать коньяка? О, нет. Конфет, конфет. Ой, какая красота. Все, пей. Костюм, конечно. Да, классный. Пешки? Без пешки я убежал-то все. Господне благословение. Спасибо, что я всегда крестила. Спасибо.